господа. Немец. У него же калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Проморгали. Экипаж к бою! Есть! Огонь на палубе! Экипаж к бою! Экипаж к бою! Экипаж к бою! Виноват! Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец! Ваше высокородие!
Трубопровод починили. Хоровую рубку за час не починишь. Сейчас резервную пустят. Аксон, значит, надо уходить, пока есть время. Мины, мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы. Разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Спасение нашего. Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Себо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил их. Но да увидят все языцы, яко ты Бог наш, и мы люди твои, по державою твоей всегда храними, ныне и присно во веки веков. Вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Домой идем, господа.